В Самарканде прошла международная конференция с участием ведущих хирургов мира. В мероприятии приняли участие специалисты из Сингапура, Индии, Малайзии и Японии, которые поделились своим опытом в области современного лечения грыж. Состоялись мастер-классы, воркшопы, также проведены сложные операции. С азиатскими эндоскопическими хирургами в целях реализации задач, поставленных президентом страны, мы работаем с 2017 года. С тех пор постоянно поддерживаем связи, проводим совместные операции. Наши врачи повышают свою квалификацию в зарубежных клиниках. Могу с уверенностью сказать, что в последние 6-7 лет в области хирургии проделана большая работа. Международная конференция прошла в специализированном центре детской хирургии. В первый день врачам из разных регионов Узбекистана и иностранным специалистам была предоставлена теоретическая информация. А вот практический семинар позволил участникам наблюдать за сложной операцией по лечению грыжи живота посредством онлайн-трансляции. С этим центром мы тесно сотрудничаем с 2017 года. В те годы эндоскопические операции применялись редко, проводились в основном простые хирургические вмешательства. Сейчас мы видим большие перемены в вашей стране, в том числе в медицине Узбекистана. Количество и виды сложных операций увеличились в разы. Сегодня мы обменялись опытом по вопросам лечения грыж живота современным способом, то есть менее травматичным. Подобная операция была проведена в демонстрационном порядке. В Центре детской хирургии в год проводится 5000 различных операций. 35% из них выполняются современными методами – лапароскопическими, торакоскопическими, эндоурологическими. От такой практики в равной степени выигрывают и общество, и пациент. Я приехал из Малайзии для участия в работе данной конференции. Являюсь представителем Азиатско-Тихоокеанского общества по лечению грыж, а также президентом общества лапароскопических и эндоскопических хирургов. Основной целью семинара является обучение молодых специалистов и начинающих хирургов современным методам диагностики и лечения грыж. Наше общество – одно из ведущих в этом направлении. В состав медицинского объединения входит 46 стран Тихоокеанского региона. Надеемся, что Узбекистан будет с нами сотрудничать, а дальнейшая работа будет плодотворной. Мы очень рады быть здесь. Это мой первый визит в Самарканд. Как представители Азиатско-Тихоокеанского общества по лечению грыж, мы проводим воркшоп-семинары. Честно сказать, поражен достижениями в системе здравоохранения Узбекистана. Взять, к примеру, эту клинику. Удивлен уровнем обслуживания и оснащенностью современным оборудованием. Клиника отвечает международным стандартам. Международная конференция включала 14 лекций от зарубежных профессоров, видеообзор клинических случаев, семинары и мастер-классы. Участники обменялись опытом и договорились о совместной врачебной деятельности.